Белгілі ит болса 3 упол, 3 рет келер, белгісі ит болса 6 рет. Житель микрорайона Асармын Босын Езбол вынужден каждый день ездить на уколы. Ребенок считает дни, когда закончится лечение. Бросить получать уколы он не может. Это опасно для его жизни, ведь его покусала собака. Я был у друзей, смотрел, как одноклассники стравливали своих собак. Одна, убегая, меня покусала. Все чаще в последнее время стали нападать на взрослых и детей домашние собаки, те, у кого есть хозяева. По сведениям врачей, только в январе от укусов собак пострадали более 300 человек. Свыше половины из них были покусаны домашними питомцами. Количество пострадавших от домашних животных по сравнению с прошлыми годами выросло на 64%. У специализированной бригады по отлову бродячих животных тоже много работы. Каждый день 6 бригад отлавливают до 100 собак. 31 миллион тенге – такова стоимость жизни свыше 20 тысяч бродячих кошек и собак, которых должны отловить до конца этого года. Средства выделены из городского бюджета. Сейчас мы будем отлавливать собак, пока хватит средств. Но если в связи с присоединением новых населенных пунктов средств будет не хватать, обратимся с просьбой о дополнительном финансировании. Как отмечают специалисты, случаев, когда домашние животные набрасываются на прохожих, становится все больше. Людям стоит помнить несложные правила содержания животных. Если бы собак держали на привязи и кормили их вовремя, таких случаев было бы меньше, говорят специалисты.